Сегодня мой собеседник Ваке Гаспарян. Он член Совета Национально-демократического полюса Армении. С ним мы сейчас поговорим про влияние России в Армении, про будущее армяно-азербайджанских переговоров, про будущее Карабаха или Арцах, как в Армении его называют. Так что спасибо, что вы согласились с нами поговорить. А сначала я хочу спросить вас про мероприятие, которое вы проводили 2-3 дня тому назад. Ваша организация, ваше движение проводило шествие, которое завершилось перед посольством России в Ереване. Какова была цель этого мероприятия и какие послания вы хотели озвучить? Это было шествие 9 ноября, посвященное второй годовщине по заключению или подписанию, точнее, вот трехстороннего заявления. Я напомню, что 9 ноября 2020 года Путин составил текст этого заявления, то есть он является его автором. И потом оно было подписано в Кремле Путиным, Пашиняном и Алиевым. Наша сила Национально-демократический полюс, единственное политическое движение в Армении, которое отвергает это заявление, считая его только лишь заявлением о прекращении огня. Для нас это заявление недействительно, нелегитимно, потому что оно было навязано с использованием грубой силы, я имею в виду инспирированную Кремлем 44-дневную агрессию Азербайджана в отношении Арцаха. И мы считаем это заявление, рассматриваем его всего лишь как документ, положивший начало прекращению огня. И для нас действительными являются только положения этого заявления, касающиеся гуманитарных вопросов, обмен пленных и так далее. Кстати, именно эти положения до сих пор нарушались и нарушаются самим Азербайджаном. И Кремль ничего не делает, чтобы заставить Азербайджан исполнить свои обязательства, взятые согласно этому заявлению. Я имею в виду выдачу, освобождение всех пленных без всяких предварительных условий. А Армения, в свою очередь, это положение выполнила, и все азербайджанские пленные были освобождены. В Баку до сих пор находится множество армянских пленных, которых мы уже называем скорее не пленными, а заложниками, потому что они используются Кремлем и Баку в качестве заложников для продвижения методом шантажа своих требований. Требований, касающихся предоставления так называемого Зангезурского коридора, признания нынешних незаконных с точки зрения международного права постсоветских внутренних административных границ и так далее. И вот мы и в прошлом году, 9 ноября, и в этом году, по случаю годовщины этого заявления, провели митинг протеста, который завершился факельным шествием к российскому посольству. Там были зачитаны объявления нашего полюса, и мы выступили с речами, обличающими или осуждающими колониальную имперскую политику России на протяжении нескольких сот лет на Южном Кавказе и в Армении в особенности. Ну да, понятно, что из российского посольства, наверное, никакого ответа не последовало. Ну, естественно, да. Но все-таки эти послания, может быть, вы отправляете и к нынешней власти Армении, премьер-министр Пашиняна? Это наша четкая политическая позиция. Мы это послание посылаем прежде всего западным странам, Соединенным Штатам и Франции, и самому армянскому народу. Мы хотим, чтобы Запад понял, что армянский народ не сломлен,
и что в Армении есть политическая сила, которая выступает за деоккупацию Армении и изменение ее политического, внешнеполитического вектора. Достаточно сказать, что мы являемся политической силой, которая выступает за немедленный выход Армении из ОДКБ, из Евразес, за приобретение и получение Армении статуса главного внеблокового союзника США, Major Non-NATO Ally of the United States. Это официальный статус, которым обладают порядка двух десятков стран. И среди них такие серьезные, солидные страны, как Япония, Южная Корея, Тайвань, Индия, Бразилия, Аргентина, извините, Египет, Израиль. Этот статус предполагает предоставление американского вооружения по льготным ценам, совместные учения, совместные разработки новых видов вооружений и так далее, и так далее. Мы считаем, что получение Армении данного статуса будет являться серьезной гарантией безопасности Армении. Что касается Арцаха, то мы выступаем за решение проблемы Арцаха мирным цивилизованным путем, но не на основе права народов на самоопределение, а на основе восстановления территориальной целостности Республики Армения. По той простой причине, что международным сообществом Арцах был признан в составе Армении. Это произошло в 1920 году, когда, я напомню, в 1918 году Армения обрела независимость после того, как она разгромила наступающие турецкие войска под Сардарабадом, после того, как российские войска были вынуждены покинуть из-за революции Южный Кавказ. И уже через два года Республика Армения, кстати, единственная из трех стран Южного Кавказа, была признана Лигой наций, предшественником ООН. И вот Лига наций, Совет Лиги наций, куда входила Великобритания, Франция, Италия и позже к ним присоединилась Япония, они образовали специальную комиссию, которая должна была определить границу между Арменией и Азербайджаном. И вот произошло это 24 февраля 1920 года, когда Лига наций признала границы между Арменией и Азербайджаном, и согласно этому решению Арцах, как Нагорный Арцах, так и низменный Гартманг и Нахичевань признавались частью Республики Армения. Но то, что произошло после этого, я имею в виду русско-турецкую агрессию, значит, в сентябре, октябре, ноябре 1920 года, последующую аннексию и оккупацию Армении и заключение незаконного Московского договора, который мы часто сравниваем с договором Молотова-Риббентропа, поставила крест на всех этих решениях. И согласно Московскому договору, который заключили большевики и кемалисты, кстати, они не были на тот момент легальными признанными властями своих стран, и поэтому Московский договор считается нелегитимным. Он считается нелегитимным еще и потому, что договор был подписан без участия той стороны, территорию которой делили Россия и Турция, я имею в виду Армению, и договор был навязан с позиции силы. То есть это грубое нарушение всех международных конвенций, поэтому Московский договор не является нелегитимным. И согласно этому Московскому договору началась оккупация, фактическая оккупация Арцаха, ну и Армения вошла насильно, была аннексирована и вошла в состав Советского Союза. После распада Советского Союза, во время Первой Арцахской войны, армянским вооруженным формированиям удалось частично деоккупировать Арцах, но вот, к сожалению, Азербайджану при помощи Кремля, при помощи Турции и Израиля удалось деоккупировать Арцах. Решение арцахской проблемы, мирное, цивилизованным путем решения, лежит в плоскости восстановления территориальной целостности Республики Армения согласно единственному легитимному законному решению Лиги наций. Мы выступаем за подписание мирного договора с Азербайджаном, но мирный договор, подписанный
на основе несправедливых решений является лишь залогом будущей войны. Всякий мирный договор, если мы говорим о желании достичь долгосрочного мира в регионе, должен опираться на справедливые и юридически обоснованные решения. Потому что мы считаем подписание мирного договора не целью, а средством достижения цели, а целью является достижение мира и справедливости на Южном Кавказе. Поэтому мы намерены после прихода нашего движения к власти обратиться в Международный суд ООН с просьбой, чтобы ООН выступил бы посредником в определении границы между Арменией и Азербайджаном. Вообще, определение границы между странами, цивильное, я имею в виду, цивилизованное мирное определение, предполагает два варианта, два пути. Это первый вариант, когда стороны сами договариваются и приходят к какому-то соглашению. И если это не удается, то выступает некий посредник, который вот арбитр, если можно так назвать, который и решает, какая граница должна существовать. В случае с Арменией и Азербайджаном, я думаю, сторонам договориться будет трудно, потому что Азербайджан выступает с неконструктивных позиций и требует признания незаконных постсоветских границ. Поэтому решением вопроса является привлечение некого арбитра, объективного арбитра. Россия никогда не была объективным арбитром. Все 30 лет Россия... Да, я именно об этом хотел сейчас спросить, про этих мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном. Мы знаем, что до недавнего времени Россия была главным посредником, главным фактором, который поддерживал отношения с Арменией, с Азербайджаном. А в последние недели, последние месяцы мы наблюдаем сдвиг в этом направлении. Все более и более активные в этом процессе становятся Европейский Союз и Соединенные Штаты. Считаете ли вы, что Россия теряет позиции? И почему так получается? Это из-за войны в Украине или какие-то другие факторы играют? И в будущем можно ли рассчитывать, что Запад уже берет в своих руках инициативу этого переговорного процесса? Да, хороший вопрос. Естественно, Россия слабеет, Россия движется в сторону масштабного внутриполитического, экономического кризиса. И это происходит, конечно, вследствие агрессии в отношении Украины. На протяжении 30 лет, вот после распада Советского Союза, ельцинская, а потом и путинская Россия удерживали свое влияние в зонах, так называемых, влияния свое на постсоветском пространстве. И то, что произошло в 1991 году, по сути, являлось распадом СССР только на бумаге, частичным распадом, распадом де юре. Реальный суверенитет обрели только прибалтийские страны, все остальные страны в результате некого компромисса с Западом были оставлены на откуп Кремлю и появились так называемые новые формирования СНГ, Евразес, которые являлись неким вот таким переформатированным ребрендингом Советского Союза. Вот то, что происходит сейчас, мы наблюдаем де-факто уже окончательное, фактическое и безвозвратное крушение Советского Союза. И вследствие этого ослабление роли России на Южном Кавказе. И это закончится, естественно, выходом России из Южного Кавказа, уходом России из Южного Кавказа. Параллельно с этим усиливается, увеличивается влияние западных стран, прежде всего Соединенных Штатов и Франции. И отсюда и вот появление нового формата переговора, брюссельский формат, так называемый, и так далее. Западные страны имеют здесь коренные интересы на Южном Кавказе, которые заключаются в построении коридора север-юг. Север-юг, который должен связать зону Индийского океана и Персидского залива,
то есть Индию и Иран, через территорию Армении и Грузии с Черным морем и с Европой. Проект «Север-Юг» должен нейтрализовать проект «Восток-Запад», который будет обслуживать интересы Турции, Азербайджана, Пакистана и Китая. Проект Китая «Один пояс, один путь». И вот получение Зангезурского коридора необходимо этим странам для реализации проекта «Запад-Восток» или «Восток-Запад». Зангезурский коридор нужен России как воздух, чтобы получить наземное территориальное сообщение с Турцией и создать серые механизмы обхода санкций. Вы помните, что Путин объявил о желании превратить Турцию в газовый хаб. И, да. И все это вот, для всего этого нужно создание Зангезурского коридора, с целью чего они вот давят на Армению. Поэтому мы наблюдаем некую такую, некие два параллельные процессы: уход России и приход западных стран. Но чтобы Армения двигалась созвучно с политикой Запада, нужно, чтобы в Армении у власти были бы силы, которые не вели бы вот пораженческую политику и не поддавались бы шантажу и давлению Анкары, Баку и Кремля, как это делает Пашинян. А нужно, чтобы во главе Армении стояло правительство, которое будет адекватно вести себя по отношению к западным странам. Мы помним визит Нэнси Пелоси, где она открытым текстом сказала, что если вы хотите, чтобы Соединенные Штаты оказывали бы вам полномасштабную помощь и военную в том числе, вы должны выйти из ОДКБ. Чего, к сожалению, мы не наблюдаем пока, и я уверен, в бытность Пашиняна это не произойдет. В смысле, он этого не добивается вообще? Он боится России или как? Он боится, он находится под четким контролем и влиянием Путина. И все его шаги вот за время его пребывания у власти говорят об этом. Понятно. Но все-таки надо иметь в виду, что в прошлом году были выборы, и именно Пашинян выиграл эти выборы. Так что эти перемены, про которые вы говорите, как вы видите, когда они могут произойти? Они произойдут очень скоро, и связано это будет как с резким падением рейтинга Пашиняна. По некоторым данным, он уже упал до 16%. И прежде всего еще и с резким изменением внешнеполитических событий, то есть к падением режима Путина, путинского режима, что приведет к резким изменениям внутри самой Армении, ослабнет контроль Кремля. Что касается прошлогодних выборов, то да, народ проголосовал. Во-первых, было много фактов фальсификации, но те голоса, которые тем не менее Пашиняну удалось получить, это были протестные голоса. То есть народ не голосовал, не столько голосовал за Пашиняна, сколько голосовал против Кочаряна, опасаясь возврата Кочаряна и прихода Кочаряна к власти. Это был сценарий, написанный Кремлем. Мы убеждены, что и Пашинян, и Роберт Кочарян являются марионетками Кремля. И вот проводя вот такую политику бывших и настоящих, или черных и белых, как мы ее называем, эта политика позволяет Кремлю создавать в стране власть и назначенную оппозицию в кавычках, угодную Кремлю, и предотвратить приход к власти реальной оппозиции прозападных национальных сил. Хорошо. А как вы видите будущее Арцаха или Карабаха? Останутся ли там эти российские миротворцы, которые сейчас находятся? Какова будет роль этого нового политика, который там появился, Рубен Варданян, который из Москвы пришел? Вообще, каков ваш рецепт для будущего Арцаха?
Рубен Вартанян является человеком Кремля, это владелец корпорации «Тройка Диалог», один из акционеров фонда Сколково, это миллиардер, приближенный к Владимиру Путину. Его направил Кремль в Арцах с той целью, чтобы поддерживать контроль в Арцахе, создавать пророссийский фон и выступать за продление миротворческой силы российских так называемых миротворцев. Во-первых, я всегда называю их, по сути, это оккупационные, не миротворческие войска, потому что они не справляются и не хотят делать это со своей миссией. Именно под носом миротворцев были сданы Парух, Берзор, Агавно, Лачинский коридор. Но, тем не менее, российские войска, согласно заявлению от 9 ноября, были введены в Арцах сроком на 5 лет. И, то есть срок пребывания их истекает в 2025 году. И даже если до этого ничего не произойдет, я уверен, они будут вынуждены выйти из Арцаха, потому что, во-первых, это потребует Азербайджан. И согласно этому заявлению, обе стороны должны быть согласны на продление миссии российских миротворцев. Я уверен, этого не произойдет. И я уверен еще и в том, что российские миротворцы, так называемые, покинут Арцах значительно раньше, вследствие катаклизмов внутри России. То есть не произойдет некое дежавю, точно так же, как в 1991 году после развала СССР советские войска, 4-я и 6-я армия, стоявшие в Армении и Азербайджане, были вынуждены уйти. Точно так же мы будем наблюдать уход российских войск после распада путинского режима и из Южного Кавказа, из Арцаха, из Армении, из Осетии, из Абхазии и так далее. И здесь возникает реальная угроза безопасности арцахского населения, поэтому мы говорим, что в регион должны быть введены международные миротворческие силы, обладающие мандатом ООН. Кстати, у российских миротворцев нет мандата ООН, и введя своих миротворцев в одностороннем порядке, Россия нарушила взятые на себя в рамках Минской группы ОБСЕ обязательства, согласно которым страны-сопредседатели США, Франция и Россия соглашались, что ни одна из этих стран не будет вводить своих миротворцев, и если в регион войдут миротворцы, то это будут только нейтральные миротворцы из нейтральных стран под мандатом ООН. Вот введение международных миротворческих сил и будет являться гарантией от нового геноцида и новых этнических сил, этнических чисток, осуществляемых азербайджанскими силами. Режим Алиева является военным преступником, и есть много фактов военных преступлений, как во время войны, так и после войны, я имею в виду использование запрещенных конвенциями видов вооружения, фосфорных кассетных бомб, издевательства над пленными, трупами солдат и убийства мирных граждан. Решение... Один скобку здесь. Если вы говорите, будут международные миротворческие силы, я уверен, что в таком варианте Азербайджан будет настаивать, чтобы там и Турция была представлена в этих силах. Каков состав этих миротворческих сил вы видите? Состав миротворческих сил, это могут быть, скажем, скандинавские страны, это могут быть французы, это могут быть вооруженные силы Польши. То есть это должны быть голубые каски под мандатом ООН. И что касается решения арцахской проблемы, то я уже сказал, что это решение лежит в международной плоскости. После нейтрализации вредного и необъективного проазербайджанского влияния России в качестве посредника создадутся уже все условия для мирного цивилизованного решения вопроса. И тем более это будет благоприятное, создадутся благоприятные условия после того, как в Армении придет к власти правительство, которое уже будет видеть решение вопроса Арцаха
с точки зрения восстановления территориальной целостности Республики Армения согласно решению Лиги Наций, единственного легитимного решения, определяющего границы между Арменией и Азербайджаном. Стороны должны будут обратиться в Международный суд ООН, представить свои документы, и уже пусть ООН, как Международный суд ООН, как объективный и беспристрастный посредник, определит, где должна проходить граница между этими двумя странами. Мы не против подписания мирного договора, мы не против делимитации границ, но нужно решить сначала, перед тем, как проводить делимитацию границ, нужно решить, на основе каких юридических документов данная делимитация должна быть проведена. Те карты Генштаба СССР или Генштаба России, о которых говорит Владимир Путин, это карты, на которых нарисованы границы Армянской ССР и Азербайджанской ССР, которые возникли в результате аннексии, оккупации и агрессии в отношении независимой Армении. И они являются незаконными и никогда не признавались международным сообществом. Два важных момента. Азербайджан сам отказался от своего постсоветского наследия, когда 18 октября 1991 года принял конституционный акт о восстановлении государства Азербайджан, объявив себя правопреемником первой демократической так называемой республики Азербайджан, в которой не было территории под названием Арцах. И второе. Факт оккупации Армении неоднократно признавался международным сообществом, в частности Соединенные Штаты Америки в 1959 году, значит, приняли закон об оккупированных странах и народах, и согласно этому закону, там есть список этих стран, в этот список входит еще и Армения. То есть в 1959 году Соединенными Штатами Армения была признана как оккупированная страна. Это все факты, говорящие о том, что те границы, которые существуют ныне, они нелегитимны. Еще важный момент. Вот буквально недавно, сначала устами спикера Госдепартамента Неда Прайса, а потом и сам госсекретарь Энтони Блинкен во время трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана заявил, что Армения и Азербайджан в 91 году восстановили свою независимость. То есть не обрели свою, а восстановили. Restoration of the independence. Восстановили независимость, это значит, что они восстановили те свои страны, то государство, которое у них было до момента оккупации. Это дипломатический мудрый язык, который говорит о том, что Соединенные Штаты признают восстановление независимости и правопреемственность Армении и Азербайджана. Если Армения является правопреемником первой республики, а новая власть в Армении именно об этом и заявит, то у Армении есть легитимные границы, определенные Лигой Наций. Армения будет деоккупирована после падения путинского режима, и новое правительство уже объявит о деоккупации Армении, даст политико-правовую оценку всем режимам, существовавшим в Армении на протяжении постсоветских 30 лет, начиная с Тер Петросяна Кочаряна и заканчивая Серж Саргсяном и Никол Пашиняном, режимом, которые по своей сути были коллаборационистскими и неооккупационными режимами, проводившими политику в интересах Кремля. И вот после этого, возможно, уже достижение мира, справедливости и долгосрочного мира с Азербайджаном и подписание мирного соглашения и делимитация границ на основе легитимных документов. Спасибо большое, господин Гаспарян, за четкой позиции, которую вы выразили. Будем на связи с вами в будущем и будем делать новые разговоры с вами. Спасибо. Вам спасибо, всегда готов, всегда буду рад новой встрече. Спасибо.